Здравствуйте, 3 апреля. В общем, был сильный мороз, и абрикос очень сильно пострадал. Видно, что лепестки позасыхали, некоторые полностью засохли. Некоторые цветы еще, ну такие вот, еще что-то там, лепестки, может, открылись, раскрылись. И сейчас прилетели пчелы. Не знаю, будет ли урожай. 2 дня был мороз минус 4 и минус 6 ночью под утро. Также в день раскрытия абрикос цветов шел снег. Нельзя сказать, чтобы сильный, но я считаю, что это существенно повлияло. О, есть еще почки, которые не раскрылись. Может быть, хоть на них будет какой-то урожай. Вот тоже позднее. Посмотрим на это все. Надеюсь, хоть что-то будет в этом году. В прошлом году почти не было урожая. Позапрошлом году все вымерзло. Ну, 2020 год. Я надеюсь, будет урожайный на абрикос. Посмотрим. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев Зиробой. В этом году я не подрезал дерево. Ой, пахнет.